Вице-премьер отметил важность развития малого и среднего бизнеса в регионе. После посещения сел региона ознакомился с экономическим состоянием города Кокшетау. Ералы Тухжанов оценил работу предприятия Гормолзавода, отметил и некоторые сложности. Ввиду удорожания молочной продукции затронули и вопрос роста цен на корма. Невыгодно стало соларды содержать малдарын. Ең бірінші ұстыз кармовая база. Сол. Ол кармовая базын бірге жасауымыз керек. Да, бірге жасауымыз керек. Далада жүрген, далада жатқан дүниені жинау керек қой, шөп жинау керек қой. Корма необходима для развития животноводства. Аким области, аким районам, вы все здесь. Это должно помочь. Акимы должны быть ближе к народу. По словам Ералы Тухжанова, у нас нет ни времени, ни желания ждать будущего. Сельские акимы должны своевременно отвечать на личные обращения граждан и решать вопросы адресно. Аким села должен провести специальный скрининг. Надо глубже рассмотреть возможности села, необходимо рассмотреть экономические возможности, необходимо определить направление граждан. Сегодня сельским акимам предоставляется большая возможность, и вы должны оправдать доверие. Для экономической специализации каждого населенного пункта будет реализована программа АОЛ Аманатеф. В частности, указывается, что для каждого региона будет разработан механизм, какую сельскохозяйственную продукцию рентабельно выращивать или какие виды производства наращивать. Вице-премьер подчеркнул, что для улучшения благосостояния населения каждый гражданин должен быть готовым к изменениям собственной жизни. Айгерим Бегенова, Жансул Жинкул, Марат Ахмеджанов, Дидар Умурзак, Кокшетпара.